В Одинцовской гимназии номер 7 мероприятия по пропаганде безопасности дорожного движения проводятся не только в течение всего учебного года, но и во время работы детского летнего оздоровительного лагеря. Дети живут в городе. Ситуация в городе с транспортным движением иногда бывает очень напряженная. И хотелось бы еще раз, особенно в летние каникулы, напомнить им о безопасности поведения на улицах. Для этого можно провести различные мероприятия, но наши учителя, руководители лагеря, они придумали определенные эстафеты, встречу с представителями ГИБДД, придумали веселые вопросы и загадки и самые интересные конкурсы, которые помогут детям вспомнить правила дорожного движения. По уже сложившейся традиции на школьном стадионе для воспитанников лагеря учеников начальных классов было организовано спортивное мероприятие под названием «Правила дорожные знать каждому положено», которое правильно было бы назвать праздником. Ребята отвечали на вопросы учителей по правилам дорожного движения, и, что очень важно, ответы их были правильными. Столь юные участники дорожного движения знают, где и как правильно переходить дорогу, где можно кататься на роликах, самокатах, скейтбордах и велосипедах, знакомы с основными дорожными знаками. И в один голос утверждают, что проезжая часть не место для игр. Перед тем, как провести данное мероприятие, дети рисуют. Значит, рисуночные проводим работы по правилам дорожного движения, изучаем знаки дорожные, проводятся экскурсии к светофору, экскурсии к пешеходному переходу. Также мы разгадываем ребусы и кроссворды со знаками дорожного движения. Ходим, посещаем библиотеку, где проводятся мероприятия, тоже направленные на профилактику дорожного движения. Проводим веселые старты с эстафетами, с использованием дорожных знаков. В общем-то, работа ведется постоянно, регулярно и в течение учебного года. Ребята с нетерпением ждут этого мероприятия, потому что мы видим, что оно увлекательно, оно интересно. Дети, значит, видят себя здесь как и участниками, как, так и победителями этого мероприятия. И кроме того, они получают интересные призы, грамоты, свистки, мини-автомобильчики. Мероприятие проходило под бдительным взглядом инспектора госавтоинспекции. В гимназии он частый гость и почетный. Ребята демонстрировали спортивную подготовку, свои навыки езды на самокате, команды шумно переживали за своих. Очень интересным был этап эстафеты, в котором участники должны были преодолеть расстояние с коляской. Так еще и при таких маневрах важно не потерять ребенка из коляски. Так вот для чего нужны удерживающие устройства в автомобилях. По завершении эстафеты всех участников команд ждали сертификаты, дипломы, пособия для начинающих водителей от велосипеда до автомобиля, предоставленные отделом пропаганды безопасности дорожного движения нашего ГИБДД, и обязательно призы. Анна Анненкова, Дмитрий Цибулевский, телекомпания «Одинцова».